Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Друзья, я первый раз повялила хурму. Хочу вместе с вами попробовать, что получилось. Вот это была поменьше. Смотрите, как завялилась. Вялилась она у меня 12 дней. Вот это вот покрупнее. Еще такая мягковатая. Сейчас та, что поменьше, я ее сниму. И вместе с вами попробуем. Так, сейчас разрежем. Смотрите. Хорошо провялилась. Вообще вся хурма была у меня крупная. Я не знаю, какой сорт. Вот эта вот была поменьше, поэтому она уже готова. Там еще две штучки, еще денечка два, наверное, нужно повялиться. Вообще, если мелкие сорта, они даже за неделю могут приготовиться. Будем пробовать сейчас. Вкуснятина. Очень вкусная. Готовится проще простого. Покупаете хурму, чуть-чуть жестковатую. Мягкую не нужно покупать для вяления. Помыла, просушила, кожицу убрала. Оставляем хвостик, к нему будем привязывать нитку. И делаем петельку. Затем хурму очищенную нужно прокипятить, то есть опустить в кипящую воду. Секунд на 30. Это для того, чтобы она не плесневела у нас. Вот 30 секунд она у вас покипит. Все, достаем и подвешиваем куда угодно. У меня вот на кухонном гарнитуре она висела. И в зависимости от сорта будет она у вас вялиться. От 7 до 14 дней. Вот это вот 12 дней, я уже говорила, вялилась. Все проще простого, вкусно, полезно. Готовьте. Приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Пока-пока.